Доктор Мюррей Гелман. Будущую специальность мы выбирали вместе с отцом. Как-то отец сказал: ты будешь инженером, потому что инженеры изучают все. Но потом возразил сам себе: нет, инженерам плохо, ты будешь разбрасываться, давай ты станешь физиком. А я говорю: но я не знаю физики, мне это неинтересно. Отец на это возразил: это все элементарная физика, а потом ты узнаешь, что такое настоящая физика. Теория относительности, квантовая механика. И я поступил на физический факультет. А потом было просто лень менять профессию. Первое открытие, принесшее ему мировую известность, он сделал в 24 года. Нобелевскую премию получил в 40. А если вспомнить, что в школе он меньше всего интересовался физикой, становится понятно, насколько неординарен и сам этот человек. Среди ученых 20 века мало кто так же разносторонне одарен, как он. Ученый, открывший кварки, мельчайшие частицы, из которых сложены протоны и нейтроны. Лингвист, систематизировавший знания человечества об элементарных частицах и поэтому прозванный Менделеевым от физики.